чем я? Так вот, про Луну. Если все-таки мы к этому придем, что, скорее всего, произойдет, и наши великие ученые научатся добывать какие-то полезные ископаемые как раз-таки с Луны и пользоваться этим в дальнейшем, то, безусловно, проблема в том, что начнется прям такая политическая борьба, очень конкретная, очень ярко выраженная. И, наверное, сейчас, мы просто этого не знаем, но, наверное, сейчас там идет уже борьба. Потому что страны начинают как-то, если они понимают, что это возможно, они начинают сейчас делать все, чтобы быть первыми. Чтобы сказать, что вот, вот я первый, значит, я и хозяин. Кто успел, тот и съел. А что касается полетов на Луну, если это будет возможно, то это будет возможно далеко не всем. Потому что стоить это будет, я думаю, каких-то нереальных денег для простого там человека любой страны. Ну, может быть, это и хорошо, потому что если бы каждого можно было там билет как на поезд купить или на самолет, ну, начался бы такой хаос, начался бы такой дурдом. Ну, прям страшно было бы.